Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Гормон роста для растений под названием гетероауксин является незаменимым препаратом для легкого укоренения черенков. Правильное развитие растений обеспечивает мощная корневая система, укреплению которой и способствует данный препарат. Действующее вещество гетероауксина выведено из культур некоторых плесневых грибов, так что препарат можно сказать натуральный. Рассмотрим, как им пользоваться, чтобы корней было много. Первый способ. 4 грамма препарата разведите в 1 литре воды, затем замочите одревесневшие черенки в течение 10-16 часов. Зеленые черенки роз замачивайте в течение 16 часов, после чего сажайте в грунт. Второй способ. 2 грамма разведите в 5 литрах воды и добавляйте по 100 мл разведенного препарата в каждую лунку при посадке черенков. И третий способ. 2 грамма препарата развести в 1 литре воды и замочить луковицы и семена на 2-3 часа перед посадкой. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!